Знаете, моя хорошая сторона, моя сильная сторона, это, наверное, такое абсолютная неспособность нести плохое. То есть ты серьезно думаешь, что твои слова совсем никому не интересны? Да, я, знаете, почему-то абсолютно в этом уверен. Это же лукавство. И я знаю целую кучу людей, которые так или иначе пострадали. Пострадали? Не валяй дурака. Ты тут, очевидно, не за этим. И насколько я понимаю, так сказать, концепцию, ты не столь однозначный подонок, каким я тебя себе представляю. Что тогда? Бабушек через дорогу переводил, детишек спасал. Не для протокола, просто любопытно. А почему вы представляете меня подонком? А кем я тебя должен представлять? Ты зарабатывал себе на хлеб тем, что врал. О, ясно. Моралист. Я моралист. Да, я моралист. Разве плохо быть моралистом? Не знаю. Не был. Как же не был? Вот текст твой. Я считаю, что каждый член общества, если он, конечно, нормальный член общества, а не выродок, должен стать плечом к плечу с нашим лидером и отдать все силы, которые от него потребует Родина. А если понадобится, и жизнь. Ну, это... У тебя наверняка есть мощное оправдание. Семья, дети... Слушайте вы, это не просто оправдание, это обязательство. Раньше за благополучие своей семьи убивали. Сегодня я зарабатываю так, пишу пропагандистские тексты. Да, и что? Мне кажется, это много лучше. Судить не мне, что лучше. Но вы судите. Сидите тут с довольной рожей и называете меня подонком. А я вот не знаю, что делали вы, чем занимались. Но я вас уверяю, что я могу любой вид деятельности, даже на первый взгляд самый безобидный, вывернуть таким образом, что вы самому себе покажетесь исчадием ада. Возможно, ты и прав. Но видишь ли, в чем дело? Если бы ты убедил меня, что я занимаюсь неподобающим делом, я бы тут же его бросил, немедленно. И я не прикрывался бы детьми. А ты, сколько себя не убеждал, убедить так и не смог. И что? Какая разница, во что я верю? Есть фундаментальные, базисные вещи. Это, если хотите, инстинкт. Я ему следую. Мои дети должны быть одеты, обуты, накормлены. И их не интересует, откуда я все это возьму. Уверен в этом? Во-первых, твоим детям не грозила смерть. Понижение достатка возможно, но не голод. Ну, допустим, вопрос стоял именно так. Ты уверен, что базовая вещь — накормить ребенка? А остальное ерунда? Убьешь другого ребенка ради своего? Это удар ниже пояса. Серьезно? А называть выродками людей, всего лишь несогласных, даже не с твоей, а с чужой точкой зрения? Без малейшей возможности тебе возразить на твою же аудиторию. Это игра по правилам? Это другое. А, другое. Понятно. А вы-то чем занимались? Спасали жизни? Отдавали свою за другие? Честно говоря, я
Не помню. Мы где вообще? Да черт его знает. Но я вот как-то чувствую, что должен вам все рассказать. Да, я тоже, знаете, что-то такое чувствую. Такое, знаете, чувство, что я разговариваю с абсолютным мудаком. Похожий разговор-то у нас не сложится.